Система Платона, иные налоги и льготы для транспортных компаний. Эти и многие другие вопросы обсуждают сегодня участники первого съезда дальнобойщиков Якутии. Создание условий для конструктивного диалога с коллегами и властью является инициативой самих дальнобойщиков. В работе съезда принимают участие более 300 делегатов, в их числе представители Министерства транспорта и Торгово-промышленной палаты Якутии. Как отметили на встрече, сейчас в республике на автомобильный транспорт приходится более 77% объема грузоперевозок. Только в прошлом году дальнобойщики перевезли 26 миллионов тонн грузов. Эти люди, которые взялись за этот тяжелый, необычно тяжелый и ответственный труд, конечно, требуют к себе внимания. Внимание властей, прежде всего, и, конечно, работодателей, которые им доверяют. Поскольку бездорожье, трудности в обслуживании техники, ведь нет никаких пунктов сервисного обслуживания на их пути. Тысячи километров, 2 с лишним тысячи километров до Черского. 1500 с половиной до Тикси и так далее, и так далее. А еще между собой все населенные пункты 400, 600, 700 километров и ни одной живой души. И никакой дороги.